Обычное явление. Выехали за город, заправились на незнакомый АЗС, и через несколько километров пути машина едва едет. Чтобы избежать такой проблемы, многие автомобилисты используют топливные добавки. Вообще эти добавки – это вещь нужная. Например, в той же самой авиации есть специальная жидкость И, которую добавляют, чтобы связывать воду. Есть добавки, которые поднимают октановое число, цетановое число. Потому что сам нефтепродукт, бензин – это смесь углеводородов. Среди большого разнообразия топливных добавок специалисты рекомендуют выбирать продукт, содержащий безвредные экологические вещества – так называемые биокатализаторы. Они существуют в сухом и жидком виде. Добавляют такой катализатор в бензобак во время заправки. Причем неважно, какое топливо – бензин, газ или дизель. Попадая в бак, биокатализатор полностью растворяется в топливе и вместе с ним поступает в цилиндр двигателя. При воспламенении катализатор активизируется и образует на стенках двигателя микропленку толщиной 0,01 микрона. Она защищает двигатель изнутри от разных воздействий некачественного топлива, улучшая при этом технические характеристики автомобиля. Сейчас мы проведем эксперимент. Мы зальем катализатор горения топлива в отечественный и иномарку. И посмотрим, как себя поведут данные автомобили на трассе. Данный катализатор горения топлива добавляется из расчета 1 мл жидкости на 10 литров любого топлива. В этот автомобиль мы добавим не жидкий, а концентрированный сухой катализатор. Одна таблетка сухого катализатора активирует 100 литров любого топлива. Соответственно, половина таблетки 50 литров. В некоторых машинах стоит защитная сетка. В таком случае капсулу сухого катализатора необходимо вложить в пистолет во время заправки. Это позволит растворить вещество до нужного уровня. Ну, после того, как проехали километров 5, наверное, стало заметное улучшение. Машина стала более приемистая, быстрее стала разгоняться. Появилась тяга на меньших оборотах. Ну и в горку едет, стало заметно лучше тянуть. После того, как проехали, вот буквально, ну, километров 20, то есть динамика автомобиля гораздо лучше стала. Чувствуется, что оно увереннее набирает обороты, ехать быстрее стало. Результаты исследований показали, при использовании биокатализатора топливо экономится на 18-20%. В расчете на 1000 километров экономия составляет от 500 до 1000 рублей. За счет этого автомобиль может проехать еще дополнительные 100-200 километров. При этом одновременно увеличивается мощность двигателя, а выброс вредных веществ становится ниже. Приглашаем руководителей автотранспортных предприятий, автосервисов, АЗС, оптовые и розничные сети, магазины автозапчастей и масел. Вся информация на сайте ecotopliva.rf и по телефону 27 26 38.